Всем привет, вы на канале Twinkie Time, а мы продолжаем сегодня проходить Фарку. Song of Farka. Так, нам нужно помочь нашим друзьям. Мол, Morning Star. Небольшой торговый центр на Yellow King Avenue. Там происходят беспорядки, там вообще вон кто-то помер. Класс, отлично. Хорошо, нормально, ничего так, да? Ну окей. Ой. Это наши. Ключ. Прячется. Роутер. Кабот. Вентилятор. Камера. Камера. Так, идем вот сюда. А, теперь. А подожди, а зачем? А, вот так вот, да. Вот сюда. Вот сюда. А куда вы вышли? А это они вышли, да? Это они выбежали? А, так быстро? А, так мы спасли всех прям, да? Бандит. Уходите. Хорошо. Ну, это было легко, да, это было легко. Это было легко. Изи, я узнала насчет театра. Айзек, мне некогда. Мои ребята сказали, что среди выживших не было никого похожего на Джесси. Нам просто Боня была, бусина. С ней все хорошо, но это не точно. Что случилось? Давай потом поговорим, я занята. Изи, ты меня слышишь, Джесси? Я так рада тебя слышать. Это был какой-то кошмар. Столько смерти. Извини, просто это все так стоит перед глазами. Фази в порядке? Его зацепила пуля, говорит, ничего страшного. Ах, хорошо, ты уже собралась волноваться. Так, мы смылись до этого долбанного торгового центра, до наших квартир, что по-прежнему далеко. Мы сейчас в районе Кассиус. Помощь нужна? Фази? Что случилось? Погоди секунду, Изи. Фази, ты в порядке? Блять, Джесси, что случилось? Никакая это не царапина, Фази. Мне насрать, где заслужился, откнись. Изи, у Фази рана куда глубже, чем я думала. Идея есть? Можно сделать небольшой крюк, сдать его в больницу, бред собачий. Изи, он говорит, что чтобы мы не морочились, я против. Ему нужно в больницу. Она со мной согласна. А это тут вообще при чем? В тебе пуля, ладно. Ты служила в армии? Нет. Нет, значит, это двойная рана. Он говорит, что даже лучше, что пуля не осталась внутри. Но ему все равно нужно в больницу. Рана есть рана. Говорит, рана не смертельна, но идти он не может. Говорит, судя по кровотоку, артерия не повреждена. Но пуля задела кость, рану нужно перевязать. Вот в больнице и перевяжут. Ты был врачом? То есть хочешь заползти в окоп и переждать? Ты это слышала? Частично. Что нам делать? Он врач или нет? Я сейчас что-то выберу, и он помрет. Я не хочу этого. Я не хочу их терять. Я не люблю такое. Блин, что делать-то? Рада, что ты на моей стороне. Надеюсь, в этот раз мы не сделали правильный выбор. Дай бог, я тоже надеюсь. Ты шо? Ну, уже осталось чуть-чуть. Да, больница за углом, черт. Все здание окружено. У входа толпа народа, требует их впустить. Поняла, сможет быть вокруг? Держись, Фази. Я нашла место для людей поменьше. Думаю, стоит попробовать прорваться тут. Я перезвоню, жду. Изи, у твоих друзей все нормально? Поступает сообщение о мародерствах по всему городу. В курсе, Фази подстрелили. Да ты что, как он? Джесси отведет его в больницу. В центральную? Угу. Ее перекрыли. Короли корпорации задергались. Так, Джесси на них работает? Ты забыл? А, точно. Тогда все должно быть в порядке. Звони, если что-нибудь еще узнаешь, хорошо? А, без проблем. До связи, Айзек. Джесси.
Пази приняли, он в порядке, его страховки как раз хватило. С другой стороны, я даже не ранена, но моей страховки почему-то не хватает, с учетом обстановки, как выразился работник. Так что меня вышвырнули. Мудаки. Ну, хотя бы Фази забрали. Давай я тебя провожу. Тут стало как-то жутковато, на улице не души. Может, лучше вернуться? Нет, тут хотя бы нет людей с пушками. Крадусь по стеночке. Что вокруг? Погоди, тут что-то есть. Это баррикада. И никаких знаков, предупреждающих табличек. Ничего, это бульвар Резидент. Мой дом сразу за ним. Хорошо, ты почти дома. Попробуй пройти тут. Может, проверить, все ли в порядке? Проводи меня, пожалуйста. Конечно. Конечно же, если... Кринет, Изабелла Сонг. За правое дело. Оставьте комментарий, ответив на это письмо. Ваш ответ будет размещен. Сегодня великий день для народа Фарки. Нас услышали, мы дали понять, что мы не будем сидеть сложа руки. С чем вас и поздравляю. Но впереди еще много работы. И один из ключевых моментов — проследить, чтобы протесты остались мирными. Жестокость навредит не только людям, будь то простые ребята или корпоративные крысы, но и нашему движению в целом. Корпорации с радостью используют это против нас. Насилие — самый верный способ все разрушить. Не забудьте написать, что собираетесь делать сегодня. Не становитесь пушечным мясом для какого-нибудь идиота. Ну верно, не нужно ничего вот этого вот. Это ну... нет. Широкий бульвар в районе Кассиус окружен офисными зданиями. Вот, я не думаю, что насилие — это такое. И насилие максимум в чем можно применить, это в качестве самозащиты, когда уже вообще нет у тебя выхода. Когда все настолько плохо, что как бы уже все. Все. Ну вы понимаете, да? Джесси хочет домой. Угу, идем. Но это ни в коем случае не призыв к действию, обязательно не используйте насилие, это плохо. Ну, мало ли, да, что там, что мне сейчас скажет этот... Как его? Ютуб. Во. Угу. Опять. Допустим. Сейф. Поняла. Поняла, но мне надо бы... Капец! Ладно, сейчас я все это сфоткаю, потому что ну, тут маячится туда-сюда такое себе. Фоткаю. Так. Фоткаю. И вот сюда. Ну, в принципе, тут понятно более-менее, что конкретно нужно делать, да? Вот. Главное, нужно это все сейчас скорее записать, прописать. Так, смотрим. Я так понимаю, счет будет идти откуда? Сверху или снизу? Давайте сначала сверху попробуем. Снизу. Так, сверху. Последнее. F. F это 6. Как бы нам запомнить это? Короче, запоминаю. 6, 5, 3, 7. Давай так. 6, 5, 3, 7. Наоборот тогда. 6, 5, 3, 7. 7, 3. 7, 3, 5, 6. Я не понимаю этого. Как нужно было составить этот код? Каждому цвету соответствует нота на нотном стане, которому соответствует буква, и потом цифра. И, короче, не так, как я думала, но я не понимаю. Это такой бред. Короче. Так.
Да, ну все хорошо. Так, я внутри. Стоп, мне послышались какие-то звуки, но сейчас все тихо. Наверное, воображение разыгралось. Никогда не считала Фарку опасным местом, но теперь... Блин, а ведь была готова назвать ее своим домом. Ну, хоть в фазе в безопасности. Правда, будь он со мной, было бы не так страшно. Подожди, я что-то слышу. О, нет, стреляют. Беги оттуда. Куда? Я не могу, блядь, я проведу. Тут какая-то хуйня творится, что происходит, Джесс? Пара подростков пробежали мимо, пригнувшись, как будто за ними гонится. И я... А еще в одном из зданий женщина в окно выглянула. Но как только заметила, что я на нее смотрю, скрылась. Я слышу выстрелы и крики. Далеко, близко. Близко, ты разве не слышишь? Твой микрофон фильтрует шумы. Черт, спокойно, не шуми, не делай резких движений. Вроде закончилось, я ничего не слышу. Так, лучше пока посидеть в укрытии. Что ты видишь вокруг? Я в переулке. Тут прячется какой-то парень. Попробуй с ним поговорить, может он что-нибудь знает? Давай. Эй, чувак. Нет, стой, Джесс. Просто видео посмотри, которое я скинула. По-моему, сейчас не время для мемов. Посмотри чертово видео. Ладно. Отправлено с телефона Джесси. Нажмите, чтобы скачать. Видео с бульвара. Что важное она хочет показать. Это что такое? Чувака убили. Угу. Тут что-то с... распознание. Вот такое. Дальше. У него что-то с зонтиком, по-моему. Вот такое. Дальше. Такое. Ну давай. Думаю, все правильно, да? Все должно быть правильно, по-моему. А по совпадению 33? Так. Смотрим внимательно. Ну, там явно круг. Первое точно правильно. У нее дельфин. У нее дельфин. У нее дельфин. У парня на футболке что? Вообще непонятно. Круг. Круглая дула. Или что это? Да. Дельфин. И у парня не разобрать. Ну, теперь я знаю точно, что у парня не... Не вот это. Значит, одно из вот этих. Наверное. Вот это, наверное. Да. Так, ну так, зачем? Снято Джесси на бульваре Резидент. На видео вооруженный робот убивает студентов ИГУ на глазах у наводчицы. На форме женщины логотип Эль Футура. Как это понимать-то вообще? Симон? Мне нужна ваша помощь. Что на этот раз? У меня куча работы. Вы знаете, что сейчас творится на бульваре Резидент? Сейчас уточню. Его арендовал Эль Футура. А что такое? Территория оцеплена, жители в безопасности. Так, я включи... Что? Что это? Стоп. Видите? Да, так, я сейчас уточню. Ничего не поделаешь. Но там Джесси. Боюсь, это не в моей юрисдикции. Все совершенно легально. Даже если кто-то пролез мимо знаковой охраны, это не то, чем я должен заниматься, когда в городе кипят протесты. Люди из Эль Футура виновны в причинении смерти по неосторожности и ответят за это. Но я не могу отправлять отряд с проверкой без веской причины. В смысле? Ты вообще в пыты. Не переубедить? Ты серьезно? Это не... Нет, она не хочет. Ты где, в безопасности? Ты посмотрела? Да, тебе надо спрятаться. Блин, она меня заметила.
Да, где ты? Видео отключилось. Я в подвале трехэтажки, свет горел только в ней. Одно из окон было разбито, и я пролезла внутрь. Слышу пальбу. Надо вытаскивать тебя оттуда. Нет, я видела людей на улицах. Нужно им помочь. Это слишком опасно. Знаю, мне сейчас хоть как страшно, но со мной ты, а им никто не поможет. Джесси, не надо. Слушай, я тут нашла гаечный ключ и полную канистру бензина. Что-то придумаем. А ты ее дотащишь? Думаю, ты прекрасно помнишь, что я качаюсь. Ладно, так и быть, но сначала нужно осмотреться. Мне вылезти? Нет, сиди там, это здание фирмы Урарус, так? Урасур, неважно. Ой, точно, район тот. Плюс я видела знак с похожим названием. Похожим? Там не все буквы горели. У меня есть план здания, ты точно хочешь этим заниматься? Им больше неоткуда ждать помощи. Ладно, так-то за дело. Я знала, что тебе можно положиться. О. Рассмотри поближе робота. На третьем этаже должна быть небольшая галерея. Вижу это чудовище. А оно тебя? Нет, точно нет. Просто обходится не вокруг. У него есть видеосенсоры. А как они выглядят? Скорее всего, излучают свет. Какие-то красные светяшки есть, дергаются туда-сюда. Ночное зрение. Можно перезагрузить его систему огнем. Время для канистры с бензином. Ага, мы все выяснили, что нужно. Возвращайся на базу. Изи, я вижу выстрелы вдалеке. Там еще роботы. Давай для начала с одним разберемся. Иди назад. Я вернулась. Проверь главный вход. Закрыто. Снаружи или изнутри? Снаружи. Хорошо, они не хотели, чтобы кто-нибудь попал внутрь. И как нам это поможет? Это значит, что ты в относительной безопасности. Сосредоточься на задаче, пожалуйста. Ладно, вернись на базу. Я на месте, видишь, я вижу. Используй приближение в камере телефона. Ладно, так, темная униформа, планшет. Она только что на него нажимала. Что, она тебя видела? Нет, не видела. Так, опять выстрелы. Видимо, это она управляет роботом. Логично. Возвращайся, пока она тебя не заметила. Где-то в здании должен быть передатчик, мобильный интернет. По-моему, нормально ловит только на крыше. Я почти на крыше. Смотри, чтобы тебя не засекли. Стараюсь, пробираюсь ползком. Видишь что-нибудь необычное? Тут какая-то странная штука с антенной. Вероятно, передатчик. И как скажешь, ладно, спускаюсь. Я вернулась. Давай разорвем контакт робота с наводчицей. А что, логично. По-моему, это для нас лучший вариант. И как это сделать? Вырубить электричество, сжечь передатчик, сломать передатчик. Справимся, если ты считаешь, что это правильное решение. Какой способ лучше? Вырубить электричество? Кто это? Как это сделать? Найди комнату техобслуживания. Должна быть где-то в районе подвала. Да, она в подвале. Отлично. Видишь какие-нибудь щитки с предохранителями? Да, дофига. У твоего качественного ключа рукоятка резиновая? Да. Расколошмать их. Так тебе. Получай, гад. Так, свет вырубился. Говоришь, что там есть разбитое окно? Угу. Сейчас в него выглядываю. Пальба прекратилась. Стало очень тихо и темно. У тебя получилось. У нас получилось. Вместе я слышу шаги. Ты не помнишь? Там был какой-нибудь генератор. Да, было что? Блядь, Джесс? Джесс. Ах ты, сука, отвали. Джесси, что происходит? Теперь уже не так весело, а? Пиздец. Я не то выбрала. О боже, нет, нет. Я если не то выбрала. Ази, мне тут сказали, что мне некогда. Это важно. Намыли у леса пожар. О-о-о, сейчас помрет наш... Это... Ой, блин, капец. О-о-о. Изи, это я. Что за хрень сейчас была? Я ее вырубила. Я вырубила наводчицу. Она жива? Не знаю, знать не хочу. Кровь была. Ага. Свяжи ее как-нибудь. Кажется, это уже не понадобится, бля. Ты не виновата. Еще как виновата. Это была самозащита, Джесс. И что мне теперь делать? Сиди там. А как же робот? Думаешь, она бы кинулась на тебя сама, если бы робот был на ходу? И правда. Скажи мне одну вещь. Тебе не попадалось никаких табличек, знаков «Проход запрещен»? Я точно не видела. Ни единой. Ты видела, как легко было зайти за ту баррикаду? И что теперь? Теперь, когда мы выкрали тебе немного времени, я уничтожила эту блядскую корпорацию. Уничтожу. Ты знаешь, кому принадлежат эти роботы? Да, я знаю их директора по безопасности. Начну с него. А я, видимо, посижу тут пока с трупом. Это много времени не займет, только никуда не уходи. Стараюсь. Прячься, Джесси. Не волнуйся, я не дам тебе погибнуть. Эль Футура об ограблении. От Морриса. Эль Футура опубликовали заявление по поводу ограбления. Да, мы усилили меры безопасности и меры эти крайние. У нас есть право защищать свои активы и секреты сотрудников от вреда. После того, как потрошитель ворвался в наше здание, брал в заложники и убивал членов совета, мы вложили средства в экспериментальные сверхсовременные меры безопасности и привлекли профессионалов. Наши сотрудники – граждане Фарки, и мы будем защищать их в меру своих возможностей. Нынешнее общественное возмущение – это манипуляция теми же силами, которые напали на нас. Это попытка подвергнуть риску наших людей, и мы не будем с этим мириться. А то, что вы других людей подвергаете, это ничего. Вообще норм ты, чувак?
А, говорит, табличек не было. Уведомление. Важное сообщение от правительства. Сегодня утром Эль Футура подписали с правительством Фарки контракт на аренду бульвара Резидент для тренировочных маневров. Для тренировочных? Вы людей убиваете там? Алло! Что? Бульвар будет закрыт для жителей 3 и 4 февраля. Въезд на соседние улицы запрещен. Зона отмечена предупреждающими знаками и охраняется. Мы не можем гарантировать вашу безопасность внутри периметра. А где знаки? Где они? Скажите мне. А где? В тени корпораций. Вы не задумывались, насколько они влияют на наши жизни? После разоблачения Эль Футура у меня не осталось сомнений. Видели их службу безопасности. Говорят, у них в логове боевые трули роботы. Оружие военного образца. Слышала ли от знакомого? Тупость какая. Говорят, это утка. Это вообще норм? В районе Британских ворот раньше был завод. Ворота были частным портом Британской империи, основанным во время их протектората. Завод производил зонтики. Очень много зонтиков. Только из-за этого завода английских аристократов всегда изображают исключительно зонтиками. Что нам дали за это? Песенку нам дали за это. Вот эта песенка, нет? Работает тогда. Я сейчас с тобой пообщаюсь, дорогой мой. Знаешь что? Ты что? Абраган. Так. Изабелла Сонг. Пошла нахуй. Ты чё? Подождите. Нет, даже не пытайся меня шантажировать. После прошлого раза я все почистила. У тебя ничего нет, чтобы мне было интересно услышать? Ноги в руки. Я в курсе, что их целая армия. Но времени на запуск было предостаточно. Позже обсудим. Ага, так что... То есть вы даже не отрицаете? У меня нет времени на эти игры. Правительство все координирует спокойно. Если считаешь, что это жестоко, найди себе другую работу. Послушайте. Один раз уже послушал. До сих пор отдуваюсь перед советом. Наводчик Альфа-6 не отзывается. Найдете ее. Но Джесси... А, твоя девушка. Хорошо, что я в курсе событий. Помните Джессику Делапен? Эту порно-стендапершу? Объявите ее целью номер один. Ах ты ж гнида! Ты скотина! Какая только собака, какой пес, блин. Откуда вы узнали? У меня свои способы. Я находчивый человек, особенно когда дело касается шантажистов, способных навредить мне и моим близким. Еще как-то мой менеджер зовут Фарид. Его тоже найдите. Серьезно? Всего хорошего, Изабелла. Прощай. Да пошел ты нахуй. Что насчет бульвара Резидент? Все совершенно легально, даже если кто-то пролез мимо знаков охраны, это не то, чем должен заниматься, когда в городе кипят протесты. Вывод, что мы можем? Можем. Вот. Периметр не охраняется. Если вы ничего не сделаете, там погибнут люди. Откуда вы знаете? Там моя подруга. Я специально спросила, видела ли она знаки. Хорошо, сейчас проверю. Они сообщили, что выделили около сотни человек для охраны территории и установили вокруг множество предупреждающих знаков. Ничего там нет. Вы уверены? Даже если это так, я не могу сейчас отправить туда отряд. Вы хоть что-нибудь можете сделать, а? Мне жаль, но нет, у меня инструкции. Если я отправлю людей на этот бульвар, у вас всех будут неприятности. Это все ситуация не в моей власти. По-моему, Эль Футура планирует нападать на другие компании. Вам меня не... Ну уж нет, даже не пытайтесь надавить меня на чувство вины. От всего сердца торжественно клянусь служить Фарке. Детектив, вы ведете себя крайне невежливо. Клянусь защищать основные права человека. Это не имеет никакого отношения к реальности. Равно уважать всех. Я помню, что говорила. И предотвращать все преступления, на то и дана мне власть. В моем положении невозможно сдержать эти обещания. Нормально? Я пыталась. Но даже если я готова лишиться работы, не хочу лишиться головы. Мы делаем то, что нам велят. Я не виновата, что Фарку раскупили корпорации. Бля, мне вообще не следует это обсуждать. Не вижу в присяге, клянусь помогать корпоративным козлам убивать людей. Я им не помогаю. Никто им не помогает. Им помогает то, что никто им не мешает. Но вы... Да, вы правы. И шерф станет больше, если мы...
Если мы не начнем действовать, пришлите ко мне Фредди живо. Там Джесси, вы можете ей помочь? Да, сделаю все, что в моих силах. Спасибо. Да, сейчас, ладно, про за дело. Спасибо, детектив Сонг. Пожалуйста. Изи, ты не в курсе, что творится на бульваре Резидент? В курсе, там роботы все огнем поливают. А нет, там Джесси, но полиция уже выехала. Ты звонила в полицию? Да, похоже, сэр Эра наконец-то решила заняться делом. Невероятно, самое время полицейским начать приносить пользу. Не хочу показаться бездушным, но можно я тебя расспрошу о случившейся ситуации? Сейчас? Нет, нет, когда обстановка нормализуется, и Джесси благополучно вернется. Просто это же грандиозная история, что там за роботы? Двуногие чудовища, Джесси сняла их на видео. Страшно и жутковато, черт, корпорация что-то совсем заносит. Действует в отместку. То есть ты считаешь, что виноваты протестующие? Нет, корпорациями всегда управляли ублюдки. Корпорация не имеет права так поступать. Вот так просто применять силу, это безумие. Давай потом это обсудим. Да, конечно, извини, позаботься о Джесси, созвонимся потом. А как, друг на что? Я готова ответить на любые вопросы, спасибо. Только дайте мне пару минут, минут, мать ваша. Мне нужно поговорить со своей девушкой. Изи, я тут. Ты в порядке? Все нормально. Полицейские спугнули этих воинственных мудаков из корпорации. Люди из корпорации сбежали, как только услышали сирены. Правда, офицерам пришлось обезвреживать роботов. Кажется, они ранили пару полицейских. Роботов взорвали. О, они пытались. Эти штуки непрошибаемые. Но когда полицейские взломали их систему, все отрубилось. Я смотрела из подвала, вскоре после этого они нашли меня. Теперь нужно дать показания. Это не страшно. Изи, я убила человека в рамках самозащиты. Да какая разница? Сначала нужно позаботиться о себе. Я... Спасибо. Я сейчас с полицией, так что не волнуйся, ладно? Позвоню, когда соберусь домой. Береги себя. Мы закончили. Получено достижение, аплодисменты. Возможно ли, что мы могли все просрать? Не знаю, но вроде мы не просрали. Надеюсь, что наш друг тоже жив. Все нормально? Привет, Изи. Джесси, как ты там? Опять хожу к психотерапевту, но в остальном все нормально. А психотерапевты с таким помогают? Инспектор Серера посоветовала одного. Вроде хороший специалист. Когда вы успели поговорить? После всей этой истории с роботами и убийствами. Меня расспрашивали несколько часов, а потом Серера лично со мной беседовала. В итоге она все-таки очень помогла. Но, Изи, я хотела поговорить о нас. Тебя что-то беспокоит? Я без ума от тебя, но не могу спокойно смотреть, как человек лезет в то же дерьмо, через которое прошла я. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду преступность. Я не хочу, чтобы ты закончила, как я. Этого не будет. Я тоже так говорила, а потом меня все равно посадили. Я знаю, что ты умная, но я не идиотка. Я их послала. Больше с этим типом не связываюсь. Как ты можешь быть в этом уверена? И как я могу быть уверена в этом? У меня есть на него компромат. Вот как? Думаешь, этого хватит? То, что ты видела, это была задача от него. Головорез Серкис. Нет, шатца. В мое время его знали под другим именем, я его помню. Я слышала, что о нем говорят. Пару девчонок, сидевших со мной, убили, говорят, по его приказу. Теперь, когда он всем управляет, может быть, он изменился. Почему ты его защищаешь? Лучше так, чем бояться. Зачем ты вообще согласилась в этом участвовать? Это ведь то, о чем писал Грин, да? Ограбление Эль Футура. Шатси угрожал навредить тебе. Боюсь, эта история повторится. Он снова на тебя сделает что-нибудь ужасное. Я способна из этого выпутаться, что я и сделала. Хорошо, правда? Да, хорошо. Я тебе верю, я тебе доверяю. Ты можешь приехать? Я бы приехала сама, но ты же знаешь, домашний арест. Ага, скоро буду у тебя. Вино или текила? Получено достижение Лямур. No. Джесс, я так по тебе соскучилась. Я тоже соскучилась. Мне так сильно тебя не хватало. Уже лечу. Как мило. Как мило, капец. Глаза слезятся. Чё ты мне звонишь? Нам уже заканчивать надо? Хорошо, что все хорошо. Надеюсь, в Азии тоже в порядке. Симон. Детектив Сонг. Департамент полиции Фарки. Инспектор Симон Серера. Я знаю, кто вы. К чему такой официоз?
Департамент полиции Фарки хочет предложить вам контракт. А, тогда понятно, ну-ну. Вчера вечером в кабинете корпорации Райкона нашли тело Сама. Вот черт, это ведь тот, кому досталось наследство Аку? Капец, как тут все создано. Наследников двое, ну да, вы им в этом помогли. Зачем вам я? Полиция время от времени привлекает внешних порядчиков, это стандартная практика. Мы обратились к вам с учетом вашей помощи в ходе происшествия на бульваре Резидент. Если мы пройдем эту официальную процедуру, дальше можно будет говорить по-человечески? Я не могу это прокомментировать. Ладно, я согласна, в ближайшее время пришли документы. Рассчитывая на регулярные отчеты, будем рады сотрудничать с вами, детектив Сонг. Договор-то. Помощь в расследовании убийства, конечно же. А дайте мне закончить, пожалуйста. Ух, терпеть не могу эту канцелярщину. Что это было? Согласно протоколу, в некоторых ситуациях я обязана использовать официальные формулировки. Но теперь можно говорить по-человечески? Да, бред какой-то. Да, но заказ вполне реален, у нас тут труп. Так что давайте оставим тему заморочек полиции с протоколами. Да, конечно. Хорошо, дело обстоит так. Убийство было совершено в штаб-квартире корпорации Райконен. Вашим дроном или что у вас там дадут допуск? Круто. Можете рассказать подробнее? Убийство было изуверским, с нанесением увечий в ритуальном стиле. Некоторые считают, что это дело рук серийного убийцы. Мы называем его кровавым маяком. Изуверским? В чем это выражается? Скажем так, снаружи тела ничего лишнего не осталось, кроме крови. Но лучше взгляните своими глазами. Мы подозреваем, что в теле замешан гринет, символика маяка, все дела. Только на основании маяка? Думаю, это справедливое предположение. Знаки маяка разбросаны по всей Фарке. Но до выхода статьи Гринета подобных убийств не было. Налицо выступление против корпорации и жестокость. Логично предположить, что это дело рук Гринета. Логично, но как-то не очень справедливо. Ключевое слово тут жестокость. Прямо-таки на уровне серийного убийцы. Серийного убийцы? Верно. Если мы правы, это не последний труп. Еще момент. Вы не на подхвате, вы ведете полноценное расследование. Естественно, мы будем делать все, что вам недоступно, аресты и прочее. Существует некая схема шантажа выживших, которые могут быть связаны с убийством. Мы медленно продвигаемся, чтобы справиться с ситуацией. Шантаж не главный приоритет. Честно говоря, я давно привыкла к этому формату. Вот как. Хорошо, я додумала, придется долго объяснять. Могу я поговорить с другими Райконенами? Можете связаться с ними, запрет на контакты временно снят. А зачем вам понадобился человек со стороны? В департаменте не уверены, что нам стоит светиться в расследовании смерти Райконена. Общественность сейчас не слишком тепло относится к корпорациям. Вы там по уши в последствиях протестов. Ага, столько всего навалилось, не помню, когда последний раз спала. А еще у Эль Футура на носу. Из-за разборок на бульваре Резидент. Именно. Я их враг номер один, так что они запрягают меня во все, что могут. Надеюсь, с ней тоже все будет в порядке. Она нам хотя бы помогла. Не похоже, что мы выиграем в этой битве, но идти на попятную уже поздно. Насколько все плохо? У креативного директора пропала собака, и меня послали ее искать. Запросили меня лично, понимаете? Может, вы им нравитесь? Странный способ продемонстрировать симпатию. Короче, я с Эль Футуро и протестами сейчас между двух огней. Мне выдали это дерьмовое дело, но как только оно... Но так как оно не затрагивает кубинцев, я могу его делегировать. Всегда рада помочь. Хорошо, но будьте осторожны, они могут быть настроены агрессивно. Как будто раньше они были самодружелюбие. Я вам этого не говорила, но убийство Аку заказали Фарка Лагун. Что-что? Ага, Аку Райконена устранила другая корпорация. У них были серьезные терки из-за нового порта. Аку наложил вето на строительство, и если проект не отдадут ему. Так что они вывели из строя его кардиоимплант. То есть, я... Правило в тюрьму невиновного человека. Долго этот человек там не просидел, не беспокойтесь. Вообще невиновный Райконен — это Оксимирон. В общем, поговорите с детьми Аку, но будьте готовы к негативу. Попробую что-то выяснить. Блин, посадили невиновную, капец. Вот это дела. Да, интересно очень все. Прям капец, все так развивается. Стремительно, неважно. Да, продолжим уже в следующей серии. Спасибо вам, Твинчата, собственно, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео!